Всем привет! 13 декабря на телеканале СТБ состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Счастье по рецепту». По сюжету Мария работает медсестрой, но она давно мечтает стать кондитером. Однако ее мечту никто не поддерживает из семьи. Неудивительно, что неожиданную премию в 300 евро она тратит на курсы. Но ее падчерица и муж не в восторге от того, что Мария что-то сделала для себя. Вскоре муж главной героини получает травму, и его лечение, а также обеспечение семьи ложатся на плечи героини. Она берет кредиты в банке и должна бросить учебу, в то время как взрослая падчерица вообще не собирается заботиться о своем отце. Однако честно ли это, если в сложное время никто из близких не хочет поддержать Машу? В итоге Марии придется уехать из дома. Она будет работать личной помощницей пожилой дамы со скверным характером. Но что она сделает, когда узнает об измене своего мужа? И какой рецепт счастья она напишет сама себе? Изменит ли ее жизнь встреча с кумиром-поваром? И будет ли она идти к своей мечте, несмотря ни на что? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев данный мини-сериал.